Ни один ребенок не любит ходить по врачам. Кроме пациентов, в детской городской больнице Нижнего Новгорода. Здесь нашли необычный способ, чтобы успокоить малышей. В детской городской клинической больнице номер 1 нашли новый способ успокоить маленьких пациентов. Теперь они добираются до кабинета врача или до операционной за рулем детского автомобиля. Идея родилась давно. Я ее еще увидел, будучи на стажировке в Москве. И связано с тем, чтобы создать комфортную среду для пребывания детей в больнице в целом и облегчить их переживания, уменьшить тревожность. Реакции на автомобиль у детишек бывают разные. Некоторые сначала удивляются, пугаются, не верят, а кто-то сразу радуется. Некоторые даже воспринимают это как личный подарок. Пока больничный детский автопарк может похвастаться только одним электрокаром. Но в будущем сотрудники надеются, что машин станет больше. И пациенты других отделений тоже смогут ездить на процедуры и перевязки, как в маленькое путешествие.